Так, друзья, здесь не только пчелы, еще кенты мои. Я специально в Шипсе купил сухой корм. Да, маленький, покормил его. Там еще один его друг на цепи сидит. Люди привязали его, а воду не дают. Не знаю, кормят, может и кормят когда-нибудь, но воду не дают нифига. Вот сижу и жду. Сейчас женщина должна приехать. Пчел мне продать? Мед продать мне. 1000 рублей литр. Вот в таких обалденных, Вася, местах. Вот именно в горах. Не то, что там на рынке, там где-то что-то. Вот прям в горах. Я все вижу, где пчелы. Грех не купить. Тем более могу. Вот так вот, ребят. Любите животных, любите природу. Все у вас будет хорошо. А я буду сидеть и ждать мед. Потому что пчелы — это мед. А мед — и это значит сыром есть. А сыром значит есть, значит с пуэром. Пуэр я люблю, мед я люблю, сыр, природу. И возле моря зачекинюсь. О, вот только что у меня идея возникла, возле моря зачекиниться с медом, с пуэрчиком. Отолью куда-нибудь медика, чтобы не таскать весь килограмм, весь литр. И офигенно я пообедаю. Вот так вот, друзья. Не зря я по горам лазил. Час, даже больше. Вообще в шоке. Я думаю, я не выйду оттуда. Оказывается, мало того, что вышел, еще на пасеку вышел и нашел пчеловода. Вот такие вот дела, ребята. Так что горы — это вам не просто так.